Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых, в котором я играю за Монголию на карте Архипелаги. Если вдруг вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Блин. Ну, чего они моего разведчика тут убивают? Раз, два, три. Блин. Ну, 4 хода за уникальный, это 4 очка за уникальный юнит, это 8, то есть будет 62, еще 5 очков надо где-то взять. Какие-нибудь великие люди будут? Похоже, что нет. 13 ходов проект будет, ё-моё. Не, надо отсюда отправлять. Надо проект заканчивать. Что все на 13 ходов? Вода на 6 ходов. До Стокгольма реально доплыть? Снизу. Там, где ты плывешь, нет. Будет поставить метку, куда нужно плыть, если хочешь. Там метка есть, я не пойму. Нет, метка, куда нужно именно приплыть. Оно. Это через низ надо плыть, да? С юга плывать надо. Через американцев. Блин, мне надо на самом деле машиностроение открыть и это все обрабатывать. То есть мне надо лесопилки здесь строить. Ладно, вот этот лес можно вырубить.
Готов. О, наконец-то перебал. Я не могу. Два, три. Я могу в бигбау. Здорово. Это чтобы против перса иметь уровень. Так, сколько ходов? 5. Кешек 6 тут, блин. Фонга, предложение. Только не говорите, что у вас там эти союзы уже. Да. Давно. Процент не хочет. Он же это, нейтралитет. Ну, человек. На следующий ход я готов засоюзиться. Ха. Тебя варварская галерка убила. Блин, у меня проблема. Я не смогу на перса нападать. У меня тут мало юнитов, чтобы в его сторону что-то делать. Поэтому мне надо все-таки Конго захватывать. Вот так вот. Так, Качечка, вот эти твои фрегаты в мою сторону мне очень не нравятся. А вот эти твои галеры тут плавают. Ну я разведываю территорию. Я разведаю, я же один поплыл. Это вообще не твои города, это города испанцы тут. Это исконно перские города. Они стали персидскими, когда он пошел в ту карточку дурацкую. О, мне должен теперь хватить, по-моему. Блин, 5 очков. Мне нужен кешек где-нибудь. Давайте здесь кешек и построим. 3 хода. А, тут уже при создании, возрождении промышленной эры, блин. Мне нужно еще одно очко. То есть, например, пророк вот. А давайте я его куплю. 395. Пока. Короче, я его могу купить. Будем иметь в виду. Я пророка могу купить. В
Все. Француз, а что ты там предлагал? Распилить этих обоих воюющих. Так, а чем тебе Зулус мешает, я не пойму. Он тут там, где. Что, как он может тебе помешать? Ну, как туда спать. Мне нужна просто земля, на самом деле, очень сильно. Мне нет. Нет, я имею в виду, чем тебе мешает Зулус объявить войну Конго? И захватить Конго. Жалко Конго, все его захватывают. Конго уже почти нет. Считаем? Там буквально один город. Говорят, ты считаешь. Столица уже так падает. 3, 2, 1. В любом случае, мне не нравится Зулус, он агрессивный. Качечка, я тебе дружбу кинул. Давай, принимай или нет? Дружбу? Ну, союз тогда будет. Лёш, дружба ну, с союзом? Ну, почему нет? В принципе. Лучше со мной заключить союз. С кем? Китайцы. Китаец, я даже не знаю, где ты. Как мы можем с тобой союз заключать? Не переживай. Как-то не. Я считать. Так. Почему я не могу тебе кинуть? Ты еще не вышел в союз? Да. Да у тебя? Один ход. Экономический или какой-нибудь другой? Француз, давай лучше союз. И монгол тоже, давай союз. Это ты Зулус, да? Да. Столицу я взял. Просто я не сильно удачно могу, в принципе, забрать. Не, я пожалуй, все-таки фантом заключу. Этот... Француз, мне кажется, стоит пилить Зулуса, потому что я заключу союз с персом. И мне, наверное, все-таки на Зулуса напасть надо будет. Какие вы все душные. Просто, мне на самом деле просто негде селиться, у меня очень мало места здесь. Это когда я появился. Селиться ему негде. Чё ты не делал ничего, когда я пилил Конго? Ну ждал, когда ты его распилишь. Ну у меня-то юниты помощнее будут. Нет, не буду. Если я сейчас приду чем-то, что убивает хорошо антикавалерию. У меня корпуса, у них по 70 мощи. Антон, тебя больше нет. О, я, наверное, следующим ходом даже... Да, я получу уже. Пророка даже не надо будет покупать. Нет, нет, да. А как там Америка и Франция живут? Франция 4 города. Америка. Но... Америка... И как много городов. А ему еще есть куда ставить. Если тебе нужны. У него 5 городов, что значит много. Ты можешь поставить еще один город, даже 2. Между собой и Кабул. И Кабул захватить. Еще остров есть, там еще островы. А тут можно. Есть такие островки. Ставишь на меня Зулус своим опытом, конечно. Угу. Если ты видишь мои войска, наведи своим рыцарем на моего импи, посмотри, какая у него мощь. Ну, рыцари просто потом... Ну, я не знаю, что там у тебя, аркебузиры.
Блин, Чак, у тебя меньше 300 сила даже. Не, у него сильные юниты, очень сильные, там 70 с чем-то, да. Ну это ж корпуса. У меня их не то чтобы много, но конга хватило. Ну просто ты как бы прав, а с другой стороны, что ты будешь делать, если монгол заберет у тебя два города, и я заберу два города? Ну то есть твоя армия сильна? Нет, я француз, я точно буду на Зулуса нападать. Ты сам решаешь, что ты там хочешь с другой стороны. Я на Зулуса нападу точно. Да, 4 очка, и как раз эти 4 очка я с Кешика получу. Да, ничего читать. Не, все в коняшке читаешь. А ты не можешь свою коняшку подвинуть? Она уже все. Мне кто-то что-то говорит? Да, 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 вот там коняшка плавает рядом с ними, когда она больше. Ну вот так. Не помогло. Ладно. А так? Ну вот мне как раз на место твоего коняшки не надо было. Ну ладно, не важно. В смысле на место моей коняшки? Я походил, я ушел с двух клеток. Вот где... где ты сейчас стоишь, мне туда надо было пробраться. Я не мог пропустить то, что выше стоял. Я, типа, не контролировать. Тяжело почему-то. Так, тут обработаем. Конго, ты не будешь город свой отбирать? Что ты тут же забрал кораблик, который туда плывет? Ну, он же просто подхилится. Француз, и... а ты вышел в эти, в союзы? Да, вышел. Военный у меня свободен, если что. Ну, вот военный, да. Француз, ну чё такое вообще? Ну что, соседи? Давай засоюзимся и пойдем кого-нибудь еще снесем. Так, а, ну, мы же все равно ничего не сделаем монголу, скорее всего. Монголу? Да, он даже же... если он в кавалерии будет, мы имки ему так вставим. По имке сверху пока. Я, правда, не везем то, что есть снизу, но... Ну, блин, по морю их перекинуть два хода. Где этот обрабатывать, интересно? Мне вот чё больше всего не хочется делать, так это воевать. Такой дурдом. Ты хорош в дипломатии. Я верю почти. Не, так француз, он, конечно, может перебрасывать импи, но фрегаты и каравеллы их будут убивать просто и все. Не, короче, еще раз повторю, француз, решай сам, потому что я в любом случае атакую Зулуса. О, не. Испанец, может быть, ты хочешь военный союз? Зачем мне военный союз? Ну, чтобы прилететь к Лёше на фрегатах, и отобрать у него все барахло. Они, ну, я посмотрел, уже. Там, ну, не проплыть, все нормально. Да, не нужен труп, это не важно. Я экономический союз дал. Монголу? Да. Француз, ты либо принимай сделку, либо мне тут еще китаец предлагает военный союз. Ну... развитие.
Я бы не рекомендовал брать военный союз от Китая. Че, Китай следующий, да? Ну, он между мной и... Испанцы. Если ты на меня нападаешь, следующим ходом я сношу и сжигаю Нанмадол. И... Блин, это надо было давно хорошо сделать. Хорошо, сжигай. Я уже вышел. Да надо. А ты что, следующим ходом мы воюем, да? Тебе надо сейчас это делать уже. Я просто не знаю, когда мы воюем. Стэк или нет, стэк залуз. Я точно не буду принимать союз. Ну, давай хотя бы дружбу продлим. Мне это не выгодно, понимаешь? Ну, вообще не выгодно. Ну, я ты понимаешь, думаю, что как бы сил у меня хватит только на одного. Как, и если на меня пойдет монгол, то, ну, вот эти вот твои юниты жалкие, я их просто перебью. Пойдет монгол, а перебьет он твои юниты. Ну, да, да. Если ты не заключаешь со мной дружбу, если ты не заключаешь со мной союз, то я сам являюсь войной и дубить этих дуболомов. Это звучит не так плохо, на самом деле. Ко мне торговца Зулус, чтобы меньше уровень доступа я к нему имел. На смысл от Севильи вообще, что это скоро? Что взять? К жилью. Плюс одно золото. Может, дешевле стоят юниты? Давайте стоимость снизим. Буду распространять. Если будешь нападать, два. У меня немного лагает, чтобы не получилось. Два хода, два хода. Слышь, качечка. Значит, дружба долго, не переживай. Ну, она уже закончилась. Я придумал. Как это? Ты классный же китаец. Ты же китаец? У меня показано, что дружба есть. Кого-нибудь достанет мужество заключить военный союз с Зулусом и в случае войны вступить в войну с монголом и французом? Фига себе, какие условия. Да. Та, это Америке решу. Предлагай. Америке предлагай. Монти. Я с Америкой в союзе. Ну, ничего страшного.
И ты испанец. А военный союз, по-моему, разве не ломает он другие союзы? Нет, он не ломает. При оборонительной войне разве нет? По-моему, нет. Он даже дружбу, по-моему, не ломает. Вот. Все равно договаривайся с Америкой, он же сосед француза. Чё ты меня... Да в этом нету смысла, ну здесь... Ты видишь его города? Как нет. Они расположены? Там как бы, ну, очень все плохо. Я активно... Снизу придет Халецкий сделать свою работу сверху. Ну, если меня убьют, так и будет. Это первая серьезная игра, ничего страшного. Может, ты испанец? Да тут еще Конго как бы жив, я вон вижу какие-то фрегаты у Конго. То есть... Там последний город. Причем прокачанный. А чё Конго делает тогда? Чё он не убивает юниты? Чё они тут стоят в центре? Фрегаты. Конго. Фрегаты в таком городе. Он к моему другому городу пошел, так что он сейчас идет вниз. Насчет фантом. Да. Действительно, испанца найти, куда от тебя путь? Давай, 3, 2, 1. Столица, собственно, у Конго осталась. Нет, столицу он уже забрал, сейчас падает последний город, скорее всего. А, да, подожди, столица опять есть. Круто. Он ее отобрал? Но это ненадолго. Но до следующего хода. О, надвенгу еще получает по лицу. Да. Зачем бы захватить? Ну, из Мбанзы Конго на следующий ход не дотягивает с каравелком. Конго я захвачу. Давай. Ну, только не этим ходом. Давай тогда еще лунги пробью. И все. Все успею. Там ничего не дойдет. Слишком далеко. А мы знаешь, в чем проблема? Китайцы, чё ты не нападаешь? Город уже сломал. О. Хочешь, чтобы я напал? Интересно. Я не знаю, ты... Ты грозился убивать. Виктора только этим ходом он посадил. От тебя к защите. Ты же спанса забрал. Что тебе делать с этим ходом? Ну, можно китайца забрать. Ну, я поэтому готов. Блин, защищаться. Так медленно тут все. Серьезно. Кашгаре вообще, Кашгар. Ребят, мусорный, у нас кто-нибудь город. Железо. Штучку одну. Американец. Да. Дам. Не то чтобы это сильно что-то зарешало, но... Блин, как вот... Я не понимаю, Конго, как ты пропустил к себе Зулуса? Тут в одну клетку такая кишка проход. Как он к тебе пришел вообще? У меня же город. У него там город стоял. А вот, не знаю, видишь, где железо? Да. Вот эта кишка. И у него над этим город стоял, железо. Все так. Он просто по своим территориям пришел. А я слишком поздно вышел в фрегат. Ты сначала в каравеллы вышел, причем довольно рано. Если бы не каравеллы, города там вообще без таких ударов падали. Жаль, что корпуса не дают моим городам мощи. Там
По-моему, когда корпус в городе стоит, он дает. Когда корпус в городе стоит, дает, но я имею в виду общий. Француз, а ты можешь мне одну лошадку свою дать за какие-нибудь деньги? Знак союза. В принципе, да. Дай, пожалуйста. Ну, предложи сам, что ты хочешь, прям на этот ход. Так, это ты американец, правильно? Да, да. Ну, дай мне лошадку, а я тебе потом деньги дам. Давай так, чтобы не долго думать. Я так просто так хотел отдать. Давай. Что? Перси? Ну, блин, блин, француз, ты меня спас. Спасибо за игру. На, спасибо. Спасибо за игру. Кто это вышел? Блин, он был мне как брат. Слушай, Фантом, будь другом, скажи, когда у нас дружба заканчивается. Ты ж на английской играешь, да? Да. Ну, на следующий ход. Спасибо. Будь другом. Слушай, китайцы, у тебя 1000 мощь. Что, будешь заключать какой-то? Смотри, они и так умирают, нам на доллар, кумаси. И без тебя, как бы. Не, ну Мадол вроде не умирает. Ну... Ты думаешь, там долго надо будет ждать? Чтобы до него путь далеко. Дарвилл успел индустриализацию сделать. Ой. Ой. Подставился под военный лагерь. Он на воду спускает. Американец. А ты что, воевать да, да. хочешь? С кем? А мной. Не хочу я с тобой воевать. Почему ты убил мою ГГшку? Ну, это будет мой город, тут еще один будет. Просто как продолжение меня, я тебе поэтому и говорю, что я на Мадол не собираюсь. А, он китаец злобный, говорит, нам Мадол убил. Интересно, так выглядит, как будто перс... Вокруг обселил всего китайца такой. Вот китайцу скоро будет не выплыть из этого своего
заливчика. Еще и Махенджидара тут есть. Да. А он из тех людей, которые, ну, не селятся на море. Море — это табу. Нет, так если есть речка, что на море селиться? А чё? Как бы... Ну ладно. Прям разрыв шаблона. Француз, ты его еще осуждать сначала будешь, да? Я вот вообще не понимаю, в чем логика сначала дружить с Конго, который просто до последнего вздоха бьется, не перехватить инициативу, не додавить Конго с другой стороны, но дождаться, пока его захвачу я, и уже на меня нападать. Не, ну тоже удобно, я как бы не спорю. Но это Конго было спорить. Проще захватить, наверное. Ну, я об этом и говорю. Что там за задание? Что, неужели не хватает пули? Ну, допустим, на Двенгу и на Бамбу ты возьмешь. Потому что у тебя есть запирающий город, а у меня нет. А со столицей как? Уж отстанет человек. Там есть устал. Монголия. Так он мне и говорит. Так, окей, кто может объявить войну Монголии? И готов вступить со мной по этому поводу в военный союз? Кому нужна заварушка? Америка. Какие вы просто... Продали тебя. Да слов нет. Не, Фантом, ты хорош. Мне всегда нравится, что Фантом вот реально борется, вот он старается. Здесь просто вот не повезло с местом. Все, это все. Но ты делал все, что мог. Ты меня уже похоронил. Не, ну почему, ты можешь отбиться, но то, что ты эту игру не выиграешь, это точно. Ну, спасибо, да.
Ну, на здоровье. Ну, да, да, да. Спасибо за похвалу. Это вот продолжение меня, конечно. Переезжаю в Манзаконду. Столица книга. Карточку отобрали. С олигархией. Ты китайцы еще и кризис взял против меня. Я протупил, я даже. И говоришь, говорит, давай дружить. Но ты не принимал дружбу и союз, так что не нужно тут рассказывать. Я ему не объявляю войну, даю ему возможность, там, мы считать будем, не считать. Да, что, это, а он... Ну, я же не нападаю на тебя. Китаец, китаец. У тебя дружба с монголом есть? Нету. Так давай тогда союзик и... Завоюемся с этими. Нет, он вообще тебя обманул. У нас дружба с Китаем, он тебя обманул. Нет, но... у нас дружба, да. Я думал. 10 из 10. Да блин. Как все плохо. Да, я хочу тебе сказать, что, конечно, разведданные неплохо работают. На мечников? Ну, а что, они корпуса мечников против обычных всадников. Ну, да. Слушай, я не смогу твой город забрать. Хватит уже фрегатов. Все, эта фигня стрелять не может. А у тебя испанец с монголом что? Воинс. Ох, нифига себе. Там по внутреннему морю к тебе летят. Да я вижу. Я вижу. Они умрут. Это прекрасно. Теперь мне стало намного легче жить. Ну, смотри, китаец, вот твой весь флот под там надолом. Не знаю, это очень странное решение туда его тащить. Мне нужно было вдохновение. Я убивал там варваров. Нам не удалось еще тоже. Мы варваров убивали. В войне.
А что ты не нападаешь? Я стягиваю силы. Они ж там были с той стороны. Видишь, были у испанца. Сейчас подплывут, ребят. Еще пару ходов подожди. Нет, он нельзя дарить города просто. Нет, ну не дарит, в плане. Возьмем. Ну что мне делать? Но он хочет свои города сохранить, а не города Конго. Как бы это логично. Ее оборонять попроще. Так, американец, мне нужно, чтобы ты своего торговца на следующий ход убрал. Уберу. Вопрос жизни и смерти. Куда? Там были квадриремки, я же не мог их вывести никуда. Почему ты мне войну объявил? А почему Персия вынуждена объявить войну Америке? А, я должен объявить. А, я принял. Так я не видел, даже он не вылазил. Придется освобождать. Вот это поворот. Придется защищать. Да не, может давай я освобожусь. Не, давай я все-таки защищу. Не, так мы можем как бы заобузить. А больше никто не принял? Ты один? Я тоже не принимал. Наверное, как я, забыл просто кликнуть, и оно автоматически. А оно мне не открыло. Знаешь, вот открывает, когда принять союз. Я... А оно в этот раз не открыло. Может, конечно. Смотри, тут 20 ходов. Просто у тебя непонятная технология для меня. Да все у меня понятные технологии. Что еще за непонятные технологии? Просто непонятные технологии. Фрегаты больно бьют, зараза. А вот это вот сделал. Да, конечно.
Слушай, ну Лакаруния крепкий орешек. Не, ну в начале игры сразу такое столкновение зулусов и монголов. Это было красиво. Не воевали особо. Это скорее недоразумение. Где мой флотоводец, блин, какой-нибудь? Строители, два к жилью, бонус соседства промышленной зоны, вот это давайте возьмем. И дальше пойдем в меркантилизм. Да, я на твоих этих импи очков эпохи прилично набил. Так, американец. Что? Американец. Да. Что, будешь со мной драться, что ли? Ну, если ты не будешь, ты к кому плывешь вообще? Ну, я мимо проходил. Ну, что-то мне не нравится твое мимо прохождение. Мне
удалюсь подозрения по данному плыть, если не тебе. Почему тебе не нравится мое мимо прохождение? Но мимо это куда? В далекие дали. Хачка, у меня там с севера тоже флот есть. Вижу, он весь стоит под нам надолом. Так, если кому интересно, у меня есть 6 янтаря и 3 черепахи. А, и 3 слона. Ну, можем с тобой поторговать. Или у меня есть все то, что есть у тебя? У тебя нету слонов, наверное. Может, тебе кто-то другой дает, там китайцы, например? Да, мне кажется, кто-то давал. Смотри. Так, Катчик, ну давай договоримся. Ну... Я не могу позволить тебе получить... кучу бабла. Давай как-то... Погоди, сколько ты получишь? За что? 800 денег. Я за 400 монет готов заключить мир. Окей, давай. Ты согласен только после того, как... Ну, хорошо, хорошо. Ну все, я тебя не трогаю. Но если ты хочешь захватить нам надол еще... Нет, нам надол я брать не буду, он... Тебе придется убить китайца. Вот если бы ты китайца убил немножко, было бы круто. Я бы с тебя даже 400 монет не брал. Нет, китаец слишком для меня. Тем более у нас с ним... Что там у нас с ним? У нас с ним дружба. Вот. Тогда будем хулиганить. Хулиганы. Не-не. Так, стоп. А что, ты Канди собрался брать, что ли, да? Ну, а чё бы и нет. Флот приплыл уже. Всё тебе отдавать. Тоже хотим поучаствовать в разделе мира. Так оттяжет далеко очень. И, ну, или ничего страшного. Ну, как очень? Китайца видишь? Слушай, а ну а как вот ты у Лунди собираешься защищать вообще без стреляющих юнитов? Я могу просто стоять, все твои этих импи убить и все. Что ты говорил, что мне у Лунди будет тяжело брать? Ну, убивай. Что я сделать-то могу? Нет, я просто говорил, что тяжело брать будет, я поэтому уточняю, может, я чего-то не понял. Так, из улья стая ничего а не бегает. Ты ко мне караванчики не отправляешь, да? Я вижу, что союз очень медленно наш развивается.
Солус, у тебя два города осталось, да? Считай один. Я просто совсем долго ложусь. Столица, на самом деле. Не знаю, насколько. Ход, два. Да, может ли потом идти кавалерии, например, француза забирать? Как вариант. Такая вообще... Ну, блин, у меня же кавалерия. Кстати, я... Что, ты нашел Стокгольм? Мне, кстати, надо к нему... Да, закинул. Отправить караван. И посла. Будет. А, Стокгольм где-то здесь, кстати. А испанец еще в игре? Я сам только что удивился. Ну, я с суши не могу-то его забрать. А он с тобой мир заключил? Или воюет? Нет, ну, стоит. Ну, я думаю, если бы он ушел, я бы его захватил. Но как там человек, то даже соваться нет смысла. А ты столицу у него взял? Да. Ну, ты что, не думал? Не хочет он, почему? Это личное дело. Ну, это как комик, он после столицы тоже выходить не стал. Уже перестань рушить кампус. Ты надоел. Каравал кто-то будет? Будет, будет. Переживает, так под осень. Да. Добегает, если что. Но это следующим ходом уже. Еще одного могу. Так, откуда мы тогда отправим еще караван? Из Улиастая бегает, из Каракота бегает, из Кара бегает. Из столицы не бегает. Вот из этого, из Кашгара надо. Кашгар вообще еле развивается. Тут пирамиды можно? О. Здорово. А давайте построим. А почему нет? Так, француз, не ходи сюда своими юнитами, пожалуйста. Я тут сам. Слушай, а может мне тебя убить, китаец? Прекрасное предложение. Китайцы, соглашайся. Ну, тут очень опасно. У перса 142 науки. Да. И соточка культуры.
Ну, Мнадол не хотят убивать. Ставлю, что... Не знаю, почему китаец до сих пор не убил Намнадол. Да, китаец, убей Намнадол, блин. У него вокруг Намнадола, 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 куча юнитов было. Эти фрегаты, каравеллы, дрирьемы, уплыл от него. Ну, я не вижу ничего хорошего, у него 49 науки, это очень мало. А то через 20 на карте останется только 3 игрока. Ты не знаю, захватывать мне твой город или поубивать еще корпуса, как думаешь? Не подскажешь, да? Убить тебя или, или, или помучить? Ну, я думаю, если ты проатакуешь фрегатами... Нет, нет, город, город захватывается этим ходом. Вопрос только... Я говорю, если ты фрегатами проатакуешь импи, я вижу, что они тоже еще есть. Что страшного, я думаю, не случится. Спасибо за игру. Ну, спасибо. Красавчик. Спасибо. Ты бился как лев. Лев Симба. Ой, Лёша, что-то очень много городов. Ну, я Шолунти захватил. Ну, в смысле, Зулуса захватил. А бывшие города Конго захватил француз. Что у вас у всех много городов? Да и у тебя немало. У меня чуть-чуть. Капелюшечка. Да. Ладно, нормально сожжу. Эй, китаец, ну мы же вроде не воюем. Чуть приплыл. Это же ему угрожал недавно. Я бы обиделся на его месте. А, кому я угрожал? Это он мне угрожал. Говорит, я пожгу твои ГГшки. Это было условие, это не угроза. Ты на меня напал. Ну... Спайнс, давай ты поддашься. Вот это стратегия, новое что-то. Новое слово в пошаговых стратегиях. Не могу, не могу его взять. Вот это невозможно.
Эх. Я не знаю, вот честно, что Зулусу... То есть, единственное... То есть, вот это, по-моему, самое главное, что произошло, это вот этот город. Хух-хота. Если бы Зулус тут поставил город, все было бы наоборот, и скорее бы я был... Невыгодно уже, наверное, я ставить, был бы, да? Бледный здесь. Но, так как я этот город поставил, Зулусу реально было тут фигово где-то расселяться. Молотков, благодаря этому, будет, собственно, я его смог зажать. Наверное, как-то развитие свое. У меня, по-моему, вообще ни одного кампуса до сих пор. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!